Привет, друзья! В этом видео я вам покажу мою книгу, которая сегодня приехала ко мне. Сделаем распаковку, посмотрим, как она выглядит, и я вам расскажу, где можно его приобрести. Готовы? Начинаем! Книга приехала ко мне вот в этой коробке. Если вы знакомы с Amazon, то тогда вы догадались, что Amazon доставил мне эту книгу. И скажу два слова. Книга продается во всех магазинах Amazon. Если вы находитесь в США, в Европе или в Японии, вы можете заказать эту книгу. Ссылка будет в описании. Переходите, если интересно и хотите поддерживать меня, то можете заказать. Стоит в Испании 10 евро 30 центов. Если у вас есть Prime, то доставка будет бесплатна. Если у вас нет прайма, если не ошибаюсь, доставка будет около 7 евро. Итак, давайте начнем распаковку. Итак, давайте откроем вот этот пакет Амазона. Смотрите, у Амазона есть вот прикольно это, эти коробки, которые открываются очень легко. Вот так, сняли. И тут внутри моя книжка. Я вот первый раз буду видеть эту книгу. И вот, а я уже достал. Вот сейчас достаю. О, вау. О, прикольный. Смотрите, какой он такой. Вот смотрите. Вот тут написано, что это prohibido la venta. Продажа запрещена, потому что это мой экземпляр. И вот прикольно. Вот смотрите, как даже... приятное ощущение. Вот это обложка, а сзади я, мое имя, тут чуть-чуть я написал про эту книгу, про работу. А сейчас давайте открою. Вау, интересно получилось. Интересно. Интересно получилось. Смотрите, вот у меня цвет внутренности было по-другому чуть-чуть. Они напечатали на белой бумаге, но я вроде поставил, чтобы напечатали на той бумаге, которая будет цвет совпадать, но так тоже прикольно. Нестандартное, так сказать. Но прекрасно, смотрите. И напечатали в Германии. Вот интересно, я вот сделал заказ. Они напечатали в Германии и отправили мне вот сюда. Очень интересно получилось. Итак, эта книга про мою первую профессию, которой я сейчас работаю. Смотрите, я работаю в отеле. Я начал работать как в ресепшене, ресепшонистом. И после этого, после многих лет, решил написать инструкцию, как должен быть ресепшонист, какие знания должны быть у этого человека, и чтобы эти знания помогали в каждодневной работе. И вот в этой книге можно все это найти, как брони делать, как чек-ин делать и все такое. В общем, очень интересно. Тут даже есть история чуть-чуть про отели. В общем, хорошая книга. Всем рекомендую. Можете заказать. Если не хотите заказать напечатанную версию, можете заказать для Kindle. Если есть подписка Kindle Unlimited, то можете бесплатно прочитать эту книгу. Она не очень длинная. 41 страница. Нет, не 41, извините. Сейчас скажу. 47 страниц. Первая обложка выглядит вот так внутри. Вот так. Это все я. Дизайн мой. Все, что тут, и обложка, все мое. Вот так вот. Я очень рад. Это прекрасно. И очень легко это все получается. Реально очень легко получается. Ты написал книгу, отправил в Amazon, там есть у них сервис, через этот сервис можешь редактировать обложку, можешь редактировать текст, как будет, не текст, а то, что как будет выглядеть в книге, матовая или не матовая, в общем, все, что вам угодно, можете там делать. Вот и все. И не забывайте подписаться на канал,
Надеюсь, что вам это видео понравилось. Я вот очень в эмоциях сейчас. Прекрасно это все получилось. Закажите, смотрите. Если будете заказывать, то это будет помощь развитию канала, развитию того, что я делаю. И я буду очень рад и благодарен всем.